Вербовали молдаванок для занятия проституцией в Италии. В противоправных действиях подозревается гражданин Румынии и его подельница из Молдовы. Установлено, что их жертвами стали 4 девушки в возрасте от 24 до 27 лет. С июля по сентябрь 2020 года они оказывали услуги сексуального характера на съемных квартирах в городе Милан. У каждой было от 5 до 8 клиентов в день. Доходы сутенеров составляли от 2 до 3 тысяч евро в месяц. Сообщается, что 43-летний румын ранее был осужден за торговлю людьми. Преступную группу разоблачили сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми и прокуроры по особым делам. Сообщается, что на время следствия подозреваемые находятся на свободе. Им грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.